Привет, друзья! Сегодня второй день моего курса скубодайвинга Open Water Diver. Итак, снова подключаем все оборудование. Далее спускаемся на воду и приступаем к важной методике, которая называется body check, то есть взаимная проверка оборудования. Сначала проверяем все оборудование партнера, затем наш партнер проверяет наше оборудование. Для запоминания всего того, что мы будем проверять, придумано мнемоническое правило. Когда готов, проверь все по порядку. Первые буквы этих слов и указывают на то, что нужно проверить. Когда компенсатор. Нужно проверить, что он частично надут, крепление баллона затянуто, а кнопки подачи и стравливания воздуха работают. Готов. Грузы. Нужно убедиться, что напарник вставил грузы в карманы для грузов и закрепил их. В случае экстренной ситуации ничто не должно помешать быстро избавиться от грузов. Проверь. Пряжки. Нужно убедиться, что все пряжки застегнуты, стропы затянуты и ничего не болтается. Все. Воздух. Нужно проверить, открыт ли вентиль баллона. Так как мы уже в воде и уже дышим из регулятора, то проверять нам уже и нечего, потому что на самом-то деле мы проверили это еще до захода в воду. Как это делается? Берем вторую ступень регулятора, нажимаем кнопку принудительной подачи воздуха и одновременно смотрим на манометр. Стрелка манометра должна оставаться на месте. Если стрелка отклоняется и не возвращается на место, значит вентиль закрыт и его, конечно же, нужно открыть. Важно проверить по манометру принцип достаточный в баллоне воздуха для погружения. Также нужно осмотреть снаряжение партнера на предмет наличия пузырьков воздуха. Если пузырьки есть, то погружаться небезопасно. Сначала лучше устранить причину утечки воздуха или заменить пропускающий воздух снаряжение. Посмотри. Нужно посмотреть на снаряжение партнера и убедиться, что шланги альтернативного источника воздуха и манометра проложены под правой и левой рукой соответственно и надежно закреплены. Что шланги не перегнулись и не перехлестнулись. Что шланг альтернативного источника воздуха при необходимости можно легко открепить. Ну и не помешает убедиться, что напарник не забыл надеть компьютер, маску и ласты. Порядку. Покажи окей. То есть покажи, что все в порядке. Это значит, что вы закончили проверку снаряжения вашего партнера и все хорошо. В ходе бодичека инструктор проверял нашу внимательность и незаметно понастегивал нам разные пряжки, но в итоге мы все-таки их обнаружили и застегнули обратно. Так что бодичек пройден и можно погружаться. А скоро я расскажу вам про один из самых главных навыков в скубодайвинге.